делать то, ровно то же, и постараться не делать больше ничего, кроме этого. Потому что очень часто человек делает то, что ему сказали, и еще кучу всего. И сделал он то, что ему сказали на все 100%, и сделал он все правильно. Но благодаря тому, что он дополнительно сделал еще кучу всего, понимаете, то есть ничего не работает. К примеру, кошку надо было помыть, подстричь, причесать, накормить. А некоторые инициативные потом берут пистолет, еще ее и застрелили. И удивляются, что же с ней произошло. Очень часто так же происходит с бизнесом. Человек сделал все как надо, потом достал пистолет и застрелил свою организацию. У меня нормальный вопрос, зачем? Примите решение для себя делать то, что вам говорит спонсор. Примите решение для себя делать только то, что говорит вам спонсор. Тогда у вас ситуация начнет меняться. Первое, вы должны составить список имен. Большой-большой. И каждый месяц проводить его ревизию. Брать новую тетрадь и переписывать туда людей. Брать новую тетрадь и переписывать туда людей. Вы можете сказать, ну что это изменит? Это же никак не изменит количество людей в моей организации. Это же никак не изменит количество людей в моем списке имен. А вы попробуйте. Совсем недавно я с одним человеком общался в соцсетях, и я сказал сделать то же самое, пересоставь свой список имен. Была та же проблема, кончились люди. Он стал составлять свой список имен заново, и о чудо, оказалось, что он знает огромное количество людей. О чудо, оказалось, что он начинает вспоминать...